О, храбрый рыцарь, быстрый, как ветер, приди на мой зов. Поймал. Эй, где я? Существую из другого мира? Прости меня за резкий призыв. О, я понял. Нет проблем. Я привык к подобным вещам. Нет! Я отправляюсь в погоню. Разделитесь и идите за ними. Убейте их на месте. Идем. Должны ли мы? Она королевская волшебница, в конце концов. Заказы короля абсолютно говы. Да, но... Без лояльности короля мы ничто. Все же король. Он изменился. И это королевство? Зачем ты остановил меня? Я могу проблем справиться с ним. Ты не понимаешь. Его нельзя ранить. Как это возможно? Он носит ножи Экскалибур. Эй, подожди секунду. Я думаю, что слышал это имя раньше. Напомни мне. Экскалибур, меч короля Артура. О, да, точно! Так это означает, что? Это странное пред, король Артур. Вау! Значит, он действительно король? Я имею в виду, он не такой, как говорят истории. Пойдем. Поговорим по пути. Позволь представиться. Я Марлина, волшебница. Я Соник. Ёжик Соник. Когда-то он был мудрым и справедливым правителем. Он был богословен вместе с выборными рыцарями, и всех хвалили. Тем не менее... Он стал немного странным. Да. Нимуэль, леди озера, дала ему Экскалибур. Он был околдован силой бессмертия, он дарил их нож. Он стал бессмертным, призывая легионы из Преисподней. Он погружает свое царство в мир ужаса и хаоса. Ты имеешь в виду большой дом с привидениями? Ха-ха! Это будет круто! Это будет похоже на вечный Хэллоуин! Может и так, но боюсь, это никому не понравится. Мы должны начать действовать. Ты имеешь в виду мать короля Артура? А как насчет его бессмертия?
За этим туманным озером спец летящий меч. С этим мечом. Да-да, я пойду за ним. Скоро вернусь. Подожди, Соник. Удачи. Это должен быть он. Ты готов? Готов к чему? Если ты вытащишь этот меч и победишь короля Артура, ты станешь худшим из рыцарей, убийцей королей. Думаю, я не могу все время быть героем. Священный меч. Его зовут Калибур. Какой странный взгляд. Дурак! Ты избранный. Ты ведь всего лишь сквер. О, да? Ты говоришь? Меч обладает собственным разумом. Он выбирает своего носителя. Да, и у него довольно умный рот, как для меча. Дерзкий ты парень, однако. Жизнь его я обучу тебя, пока ты не станешь достойным. Хорошо, профессор. Опробуем твою магию. Но ты можешь продолжаться вечно. Ты уверен, священный меч? Я уверен, сэр. Вам просто не хватает боевых навыков. Этот рыцарь дурак. Даже убийство не стоит. Видишь, он тоже так считает. Но это твоя вина, ты печальный учитель. Пока он носит ножи, мы никогда не сможем победить короля Артура. И что же мы будем делать? Мы должны спросить бывшего владельца ножей, как предписано его силе. И кто это? Не мы, Лиги Озера. Я ее упоминала ранее. Чего же мы ждем? Давайте нанесем ей визит. Я боюсь, что это может быть не так-то просто. Ты должен лично убедиться. Вперед, мой юный негодяй. Хватит назвать меня негодяй! Я ежик Соник! Очень хорошо, тогда я буду называть тебя еж, негодяй. Однако ты не грабительный нож для писи. Я полагаю, надо что-то делать по этому поводу. Ты это о чем? Мое лезвие затупилось. Долгое нахождение в этой скале привело к негативным последствиям. Хе! Не самый острый инструмент, а старая, да? Поэтому у джентльмена не должно быть такого лезвия. Джентльмен? Кого ты называешь джентльмен? Ищи кузнеца в замке города. Я должен быть презентальным, когда мы встретимся с Девой Озера. Что ты будешь делать, Марлина? Марлина? Привет. Почему ты это цветло, зная, что им суждено убинуть? Их красивое время такое недолгое. Прости меня, Соник, но я слишком известная в городе. Я останусь позади, в бегах. Хорошо, я думаю, что это ненадолго. Да, пусть твое путешествие будет безопасным. Эй, Тейл! Нет, этого не может быть. Это кузнец, не так ли? Это точно! Добро пожаловать, сэр, рыцарь! Он не рыцарь, по крайней мере, пока. Говорящий! Какой великолепный меч! Я никогда раньше не видел таких. О, это звучит здорово. Я узнаю про косолезвие, когда увижу его. Я ведь кузнец, в конце концов. Отлично, думаю, ты сможешь настроить этот унылый кусок ржавчины? Вы дурак, да ты унылый. Конечно, я смогу. Скажи, как зовут этот меч? Калибур. Калибур?
Где-то я слышал это имя раньше. Извини, но не могу, ты немного ускорить процесс? Мы немного спешим. Конечно, предоставь это мне. Я нашел тебя, ученик рыцаря, враг моего короля. Кто ты, черт возьми? Шэдоу? Я Ланселот, рыцарь круглого стола. Я вызываю тебя на дуэль. Некоторые вещи никогда не меняются. Ты это о чем? А, ничего. Просто он похож на ходячую проблему. Что это может значить? Ты окажешься от своего меча и сбежишь? Звучит неплохо! Дурак! Рыцарь никогда не бежит от врага. Могу я узнать твое имя? Ученик рыцаря. Он еж, негодяй. Он принимает твой вызов. Эй, погоди секунду. Очень хорошо, тогда приготовься. Еж, негодяй. Ничего себе. Он был одним из рыцарей круглого стола? Самым мощным всех и ближе всех к королю Артуру. Это была просто удача, которая позволила тебе победить его. Как скажешь. Но почему ты не нанес ему последний удар? Так уж и чувствие, это оскорбление для рыцаря. О, что в этом такого? Кроме того, я получил это, не так ли? Это Арандикт, один из священных мечей этой земли. Заботься о нем. Без проблем. Мы пришли. Я ждала тебя, рыцарь из другого мира. Дурак, куда ты идешь? Но это... Ты грубишь Деве озера. Склони голову. Думаю, я знаю, почему ты здесь. Речь идет о Скалбере, не так ли? Да, верно! Вы, леди, время зря не теряйте! Прояви уважение. Я расскажу вам, как лишать ножей силы бессмертия. Я так дала ему и ему, так что отчасти это моя вина, понимаешь? Но все же... Все же что? Тот, кто победит короля Артура и возьмет его ножны, может в итоге стать таким же, верно? Я понимаю. Поэтому у меня есть три испытания для тебя. Желаешь ли ты услышать их? Конечно! Валяй! Первое. Освободи невинных из темницы короля. Второе. Предложи сострадание нуждающимся. Третье. Победи рыцаря короля Артура из другого мира. У тебя есть 3 дня. Удачи! Я понял. Она собирается повидать тайну только истинной рыцарю? Ты справишься с этим задачей? Это будет не так легко. Ха! Я самый быстрый в мире, Йош! Запомни, ты будешь называть меня сэр. Это близко, но кажется, ты таким образом не доберешься. Очень легко, кусок торта! Не урони его на голову, дурак. Что случилось? Эй, в чем дело? Ты потерялся или что-то случилось? Огромный дракон напал на мою деревню. Дракон? Он забрал мою маму и моего папу и улетел. Ты знаешь, где дракон, малыш? Он в вашем пещере, в нижней части этой горы. Хорошо, я займусь этим. Подожди, не говори мне, что ты хочешь убить дракона прямо сейчас. Да, точно. А как же испытания? Тебе никогда не сделать их вовремя. Да, возможно, но я играю по своим правилам, помню об этом. Ты дурак. Держись, малыш, я верну твоих родных обратно.
Я не думаю, что ты позволишь мне. Ты выглядишь так же, как тот болван, которого я знаю. Ты смеешь обзывать сэра Гавена, рыцаря круглого стола? Это крайне неразумно, мой друг. Погоди, погоди! Я не хочу вступать в борьбу с тобой! Я направлю спешу, чтобы спасти некоторых людей от дракона! Ты не сможешь одурачить меня своей ложью! Без сомнения, ты пришел с драконами и сокровищами! О, боже! Ты говоришь точно так же, как тот болван! Ты бросил вызов королю Артуру! Это место станет твоей могилой! Проиграв простому ученику, я позорен. Только смерть может удалить это пятно на моей чести. Давай, тынь! Что за драма ты здесь устроил? Молчать! Молчать, я сказал! Рыцарь, который подводит своего короля, недостоин жить. Разве это все, что я спасал рыцаря, просто служить королю? Я ухожу. Мне еще надо людей спасти. Достаточно время прошло. Да. Не напоминай мне. Ты ждал нас здесь все это время? Прости за это. Хорошие новости. Теперь все безопасно. Спасибо. И простите, что обманула вас. Ты проявил храбрость, силу и сострадание. А? Тогда... Я покажу вам, как приступить к силе Экскалибера. Потому что ты истинный рыцарь. Да! Ясно. Значит, я должен победить рыцаря круглого стола? И забрать священные мечи? Да. Три священных меча, сочетанных с твоим калибарным, должны рассеять силу бессмертия, которая защищает его. Звучит как прогулка в парке? Мы займемся этим. Хе-хе, да ладно! Ты просто играешь какую-то игру! Оставшийся рыцарь Персиваль является рыцарем Граля. Он так же сильна, как и благородна. Одна ошибка может стать последней. Не волнуйся! У меня есть один из великих священных мечей! Как конечно! Самое время, чтобы ты понял это! Я собираюсь сделать это великою! Она даже не узнает, кто ее ударил! Я также немного привык к тебе! То есть именно то, что я сказал тебе не делать! Прощай, храбрый рыцарь, избранный Калиберном! Я Персиваль, рыцарь круглого стола, слуга короля Артура. Назови твое имя и своего хозяина. Я Соник, ёжик Соник. У меня нет хозяина, кроме ветра, который дует свободно. Очень хорошо, Соник, рыцарь ветра, готовься к бою. Понеслась. Хорошо. Персиваль! Это было близко? Зачем? Зачем ты? Я подумала, что ты скажешь, что приход моего другого хозяина. Оставь объятия и поцелуй на потом. Что? Ты ревнуешь, что ли? Такой негодяй, как ты, не спеши. Довольно такой негодяй. Надоело уже. На самом деле... Да? Ежик Соник, ты освоил кодекс рыцарства. И с этого дня ты будешь сэр Соник. Рыцарь ветра. Ha ha ha!
Марлина? Я видела все, что происходило в моем зеркальном прундоме. У меня нет слов, чтобы поблагодарить тебя за все, что ты сделал. Да, но это еще не все. Сапсоник прав. Мы должны еще победить короля Артура. Король находится на острове, известный как Аватон. Ты стал прекрасным рыцарем. О, перестань. В любом случае, я думаю, что пойду и закончу начатое. Удачи, сэр Соник. Я буду ждать тебя в замке Камелот. Ёжик Соник, рыцарь ветра. Давай решим все раз и навсегда, король Артур. Кажется, твое творение рыцаря несколько улучшилось. Это все благодаря тебе. Тогда давай еще раз посмотрим на предприятие нефтепереливания. Ты пожалел, что спросил? Вот он, приятель. Действительно. Покажи мне все, что ты умеешь. Только тогда ты у тебя будет преимущество. Тогда начнем, король Артур. Я бессмертен. Ты не сможешь победить меня. Сейчас, Соник, три священных меча. Понял. Как это возможно? Нет! Да! Я сделал это! Что за... У нас есть приказ от короля. Есть ли у вас последнее слово? Ваш король был нечем иным, как иллюзией, вызовом моим дедом. Лучше бы ты начала объяснять, Марлина! Марлина! Ты... Как ты нашел эти ножны? Где король? Подожди. Это все, что он оставил после того, как исчез в облаках дыма. Точно как один из рыцарей другого мира? Король Артур никогда не существовал. Хорошая работа. И спасибо, Соник. С этими ножнами я смогу стереть самую большую ошибку твоего дедушки. Что? Я сделаю это королевство. Вечно. Соник, уходим!
Значит, все это было частью плана Марлины. Оно распространяется. Это только вопрос времени, когда королевство будет поглощено. Рыцари круглого стола! Мы будем просто стоять и смотреть, как гибнет наше королевство! Гавейн. Что? Вы собираетесь сдаться просто так? И это все, что рыцарь сам может сделать? Как ты смеешь? Слушайте, как я уже раньше говорил, разве это все, что может рыцарь, просто служить королю? Сердце не прав. Еще есть время, если вы начнете действовать сейчас. Используйте священный меч, чтобы сформировать барьер вокруг замка. За королевство и его народ! За королевство и его народ! Я рассчитываю на вас. Сэр Соник, что вы будете делать? После создания барьера я поищу возможность прыгнуть туда. Наверняка вы шутите? Я думаю, это будет просто. Тогда счастливого пути. Мы также выполним нашу назначенную задачу. Должно быть, это барьерный камень. Этот камень является частью кольца, который запечатала темную пустоту. Темная пустота? Что же Марлина задумала? Это здесь. Когда священный меч пронзает камень, его сила возвращается. Что Эскалибер величайший из всех священных мечей? Король носит ножны, но я никогда не видел сам меч. Это здесь. Наша судьба теперь в ваших руках, сэр Соник. Это здесь. Давай, Соник. Понеслась! Я слишком слаб. Сейчас самое время. Действительно. Тогда пошли.